Ну, слушайте, ну, у нас у всех есть наши достоинства, какие-то характеристики, какие-то способности там, и так далее. Это все замечательно. Но в целом, с точки зрения личности, кем бы ни был человек, ну, там, что бы он ни сделал, как бы он там ни был известен, популярен там, и так далее, ну, как бы его личное существование – это звезда, которая падает так быстро, что ты не успеваешь загадать желание. Слишком пафосное отношение к своему опыту жизненному, который как-то нужно сохранить в веках, непонятно для каких целей, вот. Это просто очень эгоцентричная позиция. Сейчас про ваш внутренний мир не знает толком никто. Что вы собрались сохранить? Сами с собой этот милый диалог. Я такой прекрасный и замечательный, куда же я денусь?